Сегодня у нас будет всего один лаки-блок. Но суть заключается в том, что у него очень необычное поведение. И он даже может говорить. А еще мы будем находиться на хардкоре. Но сможем ли мы выжить в таком мире и подружиться с блоком? Досматривайте это видео до конца, чтобы узнать. Но мы начинаем. Ну что ж, ребят, прямо сейчас мы с Флаской находимся на одном лаки-блоке. Правда, прямо сейчас, помимо лаки-блока, здесь еще есть шалкер-бокс. Там лежат всякие для нас сюрпризики, подарочки, все дела. Фласка, ты чего машешь? Всем привет, ребята, меня зовут Фласочка. Либо ты уже сказал, что я Фласочка. Да. Сказал. О, чего? Лаки-блок, ну привет, я вас уже заждался. Чего? Он еще и говорящий, что ли? Ничего нового, я 100 раз снимала эти видосики с этими говорящими блоками. А теперь это лаки-блок. Чего? Я первый раз вижу, чтобы Лаки Блок был говорящим. Чтоб вы понимали, ребят. А, наверное, вы долго ждали продолжения 100 дней, но если вы видели концовку того ролика... Короче, Фласк там померла, и мы не смогли ее возродить. Поэтому у нас новая жизнь на новом Лаки Блоке. Правда, он теперь говорящий стал, понимаешь? Понимаю, смотри, что нашла. Ты что делаешь? О, тут невидимый блок? Ну да, не знаю, почему он здесь. Лаки Блок, а ты что молчишь? Расскажи что-нибудь о себе. Это, конечно, максимально странно. Так, да ты не забирай все. Нам сначала нужно с тобой пол сделать. А, ладно, отдаю все обратно. Слушай, а зачем нам дали коричневый гриб, золотую морковку, саженец... Ладно, саженец зуба, это понятное дело. А зачем нам дали черепашье яйцо? Я не знаю. Видимо, это все нам понадобится. Давай это перенесем. Сделайте нормальную платформу, буду с вами говорить. Он еще и условия нам ставит, ты понимаешь? Ну так правильно. Погоди, давай сломаем его, а что внутри будет? Так, Лаки Блок, а тебя можно ломать? Так, а какую нормальную платформу? Извините, у нас пока что нету. Конечно, говорит. Блин, слушай, на самом деле мне его немного страшно ломать, я тебе скажу. А мне не страшно, давай сломаю. А зачем я еще тут стою, он говорит. Так, дай-ка я расширю вот так вот еще платформу вот эту. И тогда со спокойной душой будешь, давай, открывать в уголочек. Правильно, правильно, молодец. Да-да-да, а теперь давай скретчи. Нацуй, а давай мне слушать, мне давай. Ой, ага, чертила. Фласка, ты куда? Подожди, Лаки Блок. Ой, что-то пошло не по плану. Ты куда в хардкоре умерла? Да, я вообще ничего не вижу. Лаки Блок, ты можешь, пожалуйста, Фласку возродить, а то... Ну, ты прикинь, мы только к тебе попали, а ее уже нету. Ну, не знаю. Я самую красивую платформу тебе построю здесь и... воду разолью, вот, смотри. О, это чего? Возроди ее, пожалуйста. Ну, разве что за платформу, хорошо. Давай, я буду тебе повек жизнь... Ребят, оказывается, Лаки Блок не такой и плохой. Фласка! Где Фласка? Походу, мне нужно сделать платформу. О, Фласка! Я жива, ты не дал! Да ты что делаешь? Ты пёсиля маленького случайно скинула. Какой маленький, милый собака тут повидал? Чего? А что они помирают? Ладно, неважно. Что-то там падает постоянно, какие-то сквидварды жители. Мне кажется, нам нужно этот Лаки Блок перенести. Я тоже думаю, нам надо его перенести. Вот сюда. Зелья! На плюс 100 удачи! Спасибо тебе большое, Лаки Блок, кидаю. Вау! И что оно нам дало? Куча эффектов! Не понял? О, а давай мы с тобой, короче, сделаем... А, мы видимые, да? Нет, я вообще ничего не вижу. Я тебя не вижу. А, так я невидимая. Я тоже невидимый. Чё ты говоришь там сделаешь? Чисто руки летающие. Так, счастливое зелье. О! Вот это такое. Чурон май. Май. Мы теперь опять невидимые. Давайте поиграем в игру. В какую игру? Ладно, давай, только ничего не видно. Скретч, ты будешь первым. Хорошо, и что мне нужно сделать? Хм, какой-то странный Лаки Блок. И меня не видно. Сломай меня за 1 секунду. В смысле? Ладно, сломаю. Сломал. Ты не успел. Чурон. Фласка, ты... И что со мной будет? Я не успел, и что? Сейчас твоему экрану станет плохо. Как ты можешь повлиять на мой экран? Ты что? Что происходит? Фласка, ты это видишь? Что я вижу? У меня... Ломать Лаки Блок, ломаю! У меня все перевернулось! У меня верх тарабашками Майнкрафт! Ты вообще тю-тю, скретчи, ничего не происходит паранормального. Я тебе отвечаю, верх ногами, вот написано. Аксалф. О, теперь давай за 1 секунду, ломаю! Что произошло? О, не знаю, где вы. Я вот здесь в невидимом... Каком таком поле? Тут есть рычаг. А что он хотел? Погоди, он что-то хотел от меня. Ты успела. Ладно, я просто нажму. Уху, я сломала! Победили по жизни. Чё мне дадут? О, зырь. Там тут появилась. Фласка, беги! Вам еще рада убирать. О, Фласка, так это... Хоть это и хардкор, но это нифига не хардкор. Не понял. Уху!
погоди, а зачем нам это? Мне кажется, это подарок от Lucky Block. Кстати, мы его можем брать в руки. Я хотел сказать, и бесконечно ставить, но не тут-то было. И падать. А, он типа, чтобы мы могли падать и не умирали. Он не хочет, чтобы мы умирали, я понял. О, он нам помогает. Круто, но это слишком... А это что там появилось? Lucky Block, это ты сделал вон ту штуку? О, Скретч, это мой алмазик. Да это круто, что алмазик, а... О, Кирка, да нам помогает прям Lucky Block. А почему подарок тебе, а не мне? Потому что ты не успела, я успела. Ладно, на, держи, копай. Ща-ща. А, куда? О, подожди, а что так низко? Какие-то игры разума с этим Lucky Block, я тебе скажу. Мне это не нравится. Я понял. Кстати, у меня в инвентаре это. Ничего не осталось. Но нам нужно каким-то образом дотопать до твоего подарка и сломай, наконец, вот этот алмазный блок, пожалуйста. Только не при помощи TNT. Ща-ща-ща-ща-ща. Твою курус. Короче, спускаюсь, мне лень подниматься, на. Ну ладно, держи, Скретч, утешительный приз. Мне стак гранита дали, понимаешь? Скретч, я не могу подняться, мне грустно, я буду плакать. Подожди, у нас есть утешительный приз, при помощи которого мы сможем добраться до вот этого вот кубика удачи, который Lucky Block подарил тебе. Так, ну раз он подарил тебе, это... Иди ломай. У-ху, это мое, 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 не тро... А, ты уж хотел забрать мой... Не-не, это мое. Не хотел я ничего забирать, я отсюда посмотрю. Чё там? О, что это? Ну все, пошла жара по трубам. Шана начнет строиться всюду, и возможно она построится в тебе. Чего? А что это? Может это просто столбы из руды, два штуки? Сам ты два штуки. Кстати, возможно. Если так, то это даже грустно, наверное. Так, но на самом деле, у меня какой план? Я хочу... О, что-то пишет. Что такое, мой сладенький? Сломай меня же... А, Скретч, я иду, он хочет, чтобы я его сломала, сломала полностью. Ну давай, ломай, я тут немножечко это, отстроюсь подальше. Ломай, ломай. Скретч, считай, 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 считай. Один, так. Два, три, четыре. Понял. Lucky Block, ты же ее починишь. О, прикинь, я прям тут воскресилась. Ага, конечно. О, так он просто не хочет, чтобы мы помирали. Так, давай, ты его сломала три раза. Смотри, какой хитрожопенький. Смотри, он создал своих клонов. Но я знаю, что вот это вот он настоящий. Так. Четыре. Давай, скажи, пять, шесть, семь, восемь, девять. Крыши, Ласка, беги! Куда? Я понял, тяжелый случай. Ладно, дайте я тоже хоть Lucky Block поломаю. Но знаете, в таком мире вот Lucky Block это что-то с чем-то. Максимально сложно выживать. Можно помереть. Один счастливый, другой нет. Фласка, смотри, что нашел. Че там? Да погоди, я умираю. Меня ведьма отравила. Сейчас я тебя спасу. Отбегай быстрей. Отбегай, 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 отбегай. Да отбеги, Фласка. А, че? Во, у меня зелье зла есть, которое эту ведьму просто отфигачит. Да скинь ее просто, боже. Боже мой, все за тебя надо делать, как всегда. И что там выпало? 9 плюс 10 написано. Так, 19 сейчас. Че? А как чат писать? О, тебе загадки какие-то там загадывают? Да. Ой, что происходит? У нас пол разрушают. Где? Вот. О-о. Так, Lucky Block, объясни мне, один мой, один ее или что это значит? Ну-ка. Да, каждому по одному. Сейчас я тебе тоже лестницу построю. Это правильно, а то у меня куча мусора, так. Ничего полезного. Я ломаю первый, посмотрим, что отсюда выпадет. Ой, 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 это что? Это фейерверк, походу. А-а-а! Все эффекты мира на меня наложились! У-у-у, Скретч, давай, удачи, ББ! Спаси, я высоко лечу! Да ты левитируешь, нормально, о, живой. Скретч, я дарю тебе эту шнягу. Как думаешь, что за шняга? Это яйцо призыва кого-то. Это очевидно, а кого? У тебя есть три попытки, ладно, одна. Ламы! Нет, ладно, еще надо, еще одна. Да не знаю, не знаю, говори. Лисичка, кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Теперь Фласка. О-о-о, точно, точно, точно. Так, Скретчи, ББ, аривидерчик, это все мое и принадлежит мне. Ты готов? Да, мы с лисичкой уже смотрим. И чё там? Ничего не произошло. Это пока что. О, еще один появился. Где? Это какой-то развод. Лисичка, не упади только. Ты будешь сидеть тут. Погоди, мне написала в чат инициирующий блок инвентора. Короче, там на английском я просто перевожу. Это можно взять минуту. Ой-ой, что-то тут за минуту сейчас появится. Мне страшно. Ты думаешь? Слушай, а вот, это что? Это Lucky Block сделал? Либо это как раз таки, типа, я один сломала, появились эти? Я не знаю, но тут, походу, тоже один... твой, один мой. Я ломаю и бежим! Слышь, тетя?
что одни фейерверки выпадают. Это подозрительно. Подозрительно. Кстати, 27 уровень. Че? О, смотри, сколько фейерверков. Красиво. Ну-ка, дай-ка я хочу к ним зайти. Куда они тебя убьют? Фейерверки больно наносят урон. Ой, слышь, Ариля, почему не дамажит? Я думала, это как, знаешь, что Новый год. Фейерверки, круто. Ласка, у нас тут клетка появилась. Не понял. Арена будет махать не на жизнь, а на смерть. Давай я только за... Опа, хватил. Вот, у меня это, защитный барьер. Да, хорошо, я понял. Пойдем, я свой этот, как его там, лаки-блок сломаю. Как думаешь, что там будет? Там будет хороший эффект, либо плохой? Сладко, я надеюсь, что хорошее, поэтому ломай быстрее. Ломай, я защищаю нас. Я не знаю, что делать, Крэч, кто куда, а я как можно выше. Да ломай! Ладно, я сломаю, я сломаю, я забегаю, ломаю, забегаю, ломаю. Нет, куча динти! Так правильно, веди их внутрь, сейчас покажу, как надо! Что происходит? О, смотри, почти все зомби рассыпались. Скретч, давай, 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 сюда их веди. Фласка, опасно! О, я чуть не... Сердечный приступ. Вы заметили, что произошло? А, да, появилась арена, появились потом монстрики, но благо у меня был мой счастливый лаки-блок. Это не удивительно, то, что внутри него была куча тинти. Это же мой лаки-блок, это очевидно. Фласка, а хочешь прикол? Чё? Я сломал сейчас лаки-блок. И он испарился. А, нет, он в колодце, все нормально. Боже мой, ты меня пугаешь? Чё там? О, это Боб. Боб очень сильный. Боба надо скинуть. Иди сюда, скинь лучше Боба, иди сюда. Бобик, Бобик, я заметил, что произошло, что мы не умерли от вот этого бобуха. Не бойтесь его. О, смотри, он мне ничего не наносит. Вообще круто, ничего. Круто, нафига он нужен? Скидывай. Вообще Боб очень сильный должен быть, по идее. Но лаки-блок как бы на нашей стороне, поэтому да, поэтому... Вообще не проблема. Кому я лису подарила? Иди ухаживай за ней. Да ща, я тут, между прочим, занимаюсь важными вещами очень. Какими важными? У меня вон рамка есть. Сейчас отправимся в край. О, кстати, да. Поломайте меня в благодарность. Ладно, надеюсь, тут... Ну, это для Фласки. Фласка, там подарок для тебя. Какой-какой? Где? О, картоха. Я люблю картоху. Вот, нужно его... О! Смотри, пол вырос. Это все потому, что я маг-волшебник. Это я. Фласка, меня взрывает. А, ну, что, выбирайся оттуда. Я не знаю, что ломать, поэтому я ломаю все. Вот, ты уже внутрь вышел. А я думаю, где есть... Вот, Фласка, для тебя подарок, на! Кучу интерперла. О, для тебя подарок, забирай. Морковка. Дельфин. Да какой дельфин, не спавни никого. Давай, да, ломай вот это все. Слышь, все хорошее падает. Мул. Какой? Еще мул, житель. Ладно, мул, житель. А что у нас столько живности-то? У нас одни всякие эти ламы ходят. Печеньки. Слушай, не знаю, как оно так вышло, но нам нужно как можно больше факелов, ибо у нас очень темно тут. Да, я, кстати, хорошо вижу. И у нас тут этот, какой-то квадрат из лаки-блоков, понимаешь? Мне это не нравится. Лаки-блок... О, мне нравится, скретч копаю! О, мне это не нравится! Выплывай! Тихо, выплывай! У меня есть перл! А, я просто выплыла. Окей, это было изи. Господи, мне кажется, лаки-блок просто над нами издевается. Он... Я не понимаю, что он от нас хочет. Чтобы мы его поломали, ты понимаешь? Еда. Лаки-блок, скажи, что ты от нас хочешь? Чего ты хочешь достичь? Красивую платформу. Так, посмотри, какая красивая. Вся из бедрока. Я все еще жду. Я понял. Ага, и сам ее построил, самое забавное. Лаки-блок, я умер, почини меня. Почини. О! Я выжил. Hello. И у меня вещи даже не пропали. А я фулл укомплектованная, прикинь. Слушай, ну а по-моему мы вообще тут красоту навели. Навели красоту, платформа. О, кубик. Сейчас, вот если из этого кубика выпадет особняк, то это будет самая лучшая платформа для нашего друга. Фласка. Да. Тут что-то это намечается. Что там? Да что-то нездоровое. Ты глянь, что заменяется. Сектор приз на барабане. И что это значит? Это значит, что у нас куча еды, у нас есть арбузы, скретчи. Да, вот это я понимаю. Ребят, Майнкрафт сошел с ума. Ну, а я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если вы хотите продолжение, мы все-таки тут можем умирать сколько хотим. О, нажми на рычаг, надо нажать на рычаг. На какой? О, лаки-блок меня восстановил. Вот, здесь мы можем умирать сколько хотим. И если вы хотите продолжение, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, напишите об этом в комментариях. Лаки-блок, а ты прости, нам придется тебя покинуть. Не оставлять тебя надолго? Да, хорошо, без проблем, вообще без проблем. Оставим тебя всего на... пару дней. Может, недельку. А может,
уж никогда не вернемся. В общем, с вами были Власочка и Скрейдж. Всем удачи и всем пока! Пока-пока! Поставьте лайки, говорит Лаки Блок. Это правильно.